Я хочу снять для своего сториса. Да. Ребята, кто против Путина? Дайте 5. Кто против Путина? Проверка. Проверка. Как голосует Мадрид? Кто против Путина? Дайте 5. А кто вам дал разрешение? Подождите. Мы в свободной стране находимся. Кто против Путина? Дайте 5. Позовите, пожалуйста, с удовольствием. Да. Видите? Мадрид все-таки ватный оказался. Кто против Путина? Дайте 5. Да. Почему я провоцирую? Я снимаю. Мы на улице находимся. Кто против Путина? Кто против Путина? Дайте 5. Ребята. Так вызывайте, с удовольствием. Мы в свободной стране. Мы в свободной стране. В Москву за полицией. В Москву. В Москву за полицией, я вас уверяю. Там вас ждут с удовольствием. Я делаю много тоже. Россия без Путина. Кто? Я здесь, в Испании? Я здесь, в Испании? Рот закрой. Ты взял у меня разрешение на съемку? Я снимаю на улице. В общественном месте я снимаю. Я снимаю в общественном месте очередь. Да. Хорошо, я это тоже запишу, пожалуйста. Пожалуйста. Да. 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 Кто против Путина, дайте 5. Кто не боится? Кто в Испании не боится? Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Нас мало, но мы есть. Кто против Путина, дайте 5. Мы люди за свободу. Мы живем в Евросоюзе, в стране НАТО. Если вам не нравится жить в Евросоюзе, в стране НАТО, Россия вас ждет с удовольствием, вас примет. Нет, меня нет. Я живу в стране НАТО, в Евросоюзе. Кто против Путина, дайте 5. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Наш флаг – это российский флаг без крови. Потому что после начала войны, которую Путин стыдливо называет спецоперацией, он запачкан кровью убитых украинцев. Спасибо. Пожалуйста. Люди спокойно пришли голосовать. Ты что здесь ходишь? Пожалуйста, голосуйте. Пожалуйста, голосуйте. Мы в свободной стране. Мы в свободной стране находимся. Вот иди в свою свободную страну. Мы здесь, вот здесь она. Это Мадрид, Испания. Свободная страна. Мы в свободной стране. Дайте 5. Спасибо вам, братья. Спасибо. Спасибо. Россия будет свободной обязательно. Путин сдохнет. Путин сдохнет. Россия будет свободной. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Мы в свободной стране, уважаемый. Да. Спасибо. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо, братья. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Нас много. Нас много. Пол очереди. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Нас много. Спасибо, что вы есть. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Кто смелый? Спасибо, нас много здесь. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Мы есть. Мы есть. Мы есть. Спасибо, мы есть, да. Спасибо. Спасибо. Половина примерно наши. Половина. Лучшая половина. Кто против Путина, дайте 5. За Путина, хорошо. Имеете право, мы в свободной стране. Здесь имеете право, мы там не имеем права быть против. Нас убивают. Там нас убивают, здесь мы живы. Спасибо. Мы живы здесь. Кто против Путина, дайте 5. Нас половина, половина дали. Да, вот видите, мы есть, что вы говорите. Мы в свободной стране. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, она тоже знает. Слово «Путин» услышала, отреагировала. Кто против Путина, дайте 5. Кто против Путина, кто смелый? Спасибо вам, спасибо. Нет, кто против Путина, дайте 5, это не провокация. Это любовь, я с русским народом. Мы русские люди, мы против Путина. Русские люди против Путина. Вам спасибо, нас половина примерно. Кто против Путина, дайте 5. Нас половина. Спасибо, спасибо, братья, сестры, спасибо вам, мы есть. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо вам большое. Не давайте 5, не давайте. Ребята, кто против Путина, дайте 5. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Нас много. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо.
Кто против Путина? Спасибо, нас много. Спасибо. Кто против Путина? Дайте 5. Вот, молодежь, молодежь. Спасибо, молодежь. Кто против Путина? Дайте 5. Спасибо, девочки. Спасибо. Спасибо, мои хорошие. Спасибо вам. Спасибо. Мы есть, нас много. Нас очень много. Половина очереди с нами. Половина нет. Спасибо. Вот это настоящие выборы. Да, как Трамп и Байден примерно. 50 на 50. Кто против Путина, дайте 5. Ну, это свои вообще люди. Ну, тут пол очереди меня чуть не съели. Хотели загрызть. Да? На куски разорвать, конечно. Там, там кусок ваты такой, что меня готовы были порвать. Да, да. Да, да. Дайте им волю, расстреляли бы. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо вам. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо, девочки. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Все? Ну, пол очереди точно против. Пол очереди кровавые. Вы против? Дайте 5. Кто против Путина, дайте 5. Кто не боится? Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Кто против Путина? Друзья, кто против Путина, дайте 5. Спасибо большое. Ближе к середине очереди нас стало намного больше. В том конце нас очень мало почему-то. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Я выложу в соцсети, которые «Свободная Россия против Путина» здесь, внутри Испании. Но так как это интернет, это по всему миру разойдется. Я так думаю. Кто против Путина, дайте 5. Девочки, спасибо вам. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Ребята? Против Путина. Отлично, ребята, отлично. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Против Путина дают 5. Спасибо, спасибо. Просто 5. Просто против, просто 5. Угу. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Ой, привет, я дам. Здесь все наши. В общем, очередь от конца к началу очень сильно поменялась. Как приятно находиться здесь с вами. В чем разница? Расскажите. Там меня хотели разорвать на том конце. Да, накинулись. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Против? Пожалуйста. Кто против Путина, дайте 5. Кто готов? Спасибо вам. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо вам. Против Путина, дайте 5. Кто против, дайте 5. Против Путина. Кто против? Кто против, дайте 5. У меня много. Жизнь. А ума не добавилось от слова. Серьезно? Серьезно? Я прошел через путь 91-го года, через 93-й. Так что... Кто против Путина? Дайте 5. Спасибо. Нас много. Не переживайте. Нас много. Я уже на своей новой родине здесь. Но я вернусь в Россию, когда она будет свободной. Не переживайте, пожалуйста. Путин не вечный. Путин не вечный, ребята. Кто против Путина, дайте 5. Просто 5. Мы здесь, на свободной стороне. Спасибо. Спасибо. Кто против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Вы за? Не давайте 5, хорошо. Кто против Путина, девочки, мальчики, дайте 5, пожалуйста. Спасибо, спасибо.
Кто против, дайте 5. Вот это. Давайте, это абсолютно наш человек. Да. Даем 5. Будете против Путина? Против Путина дайте 5. Против? Спасибо. Кто против Путина? Хорошо, спасибо вам. Против Путина дайте 5. Против дайте 5. Кто против Путина? Дайте 5. Вы за? Спасибо. Кто против Путина? Дайте 5. Спасибо. Кто против? Против Путина? Дайте 5. Ребята, если против Путина, дайте 5. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Отлично.